В субботу во всех школах Сочи начнут принимать заявления от родителей будущих первоклассников. Все микрорайоны, улицы нашего города закреплены за общеобразовательными учреждениями. Поэтому в соответствии с данным закреплением родители будущих первоклассников обращаются непосредственно к руководителю образовательной организации, подают заявление и предоставляют оригиналы документов, удостоверяющих личность родителя, свидетельство о рождении ребенка и свидетельство по месту регистрации соответствующего микрорайона. Для тех, кто не зарегистрирован на закрепленной за школой территории, прием заявлений начнется с 1 июля. Также в управлении рассказали, что теперь законодательно закреплено право преимущественного приема детей в те школы, где учатся их братья или сестры. Речь идет о детях, которые живут в одной семье и в одной квартире. Число первоклассников растет в Сочи с каждым годом. В 2019-м за парты впервые сели 8300 детей. В одной из школ Адлера было сразу 8 первых классов. Но в этом году звонок впервые прозвенит для более чем 9000 первоклашек.